Нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления часто становится причиной возникновения пожаров в зимний период. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо соблюдать ряд правил при эксплуатации печи. Об этом подробно в нашем следующем сюжете. Технический прогресс шагнул далеко вперед. Но печи по-прежнему остаются одним из главных способов обогрева помещений. Ими оборудуются частные дома, дачные участки, бани, сауны и некоторые хозяйственные постройки. В каком бы помещении ни была установлена печь, она представляет собой потенциальный источник опасности, поскольку при неправильном использовании может привести к возгоранию. Перед топочным отверстием на деревянном полу должен быть прибит металлический лист размером не менее 0,5 на 0,7 метра. Расстояние от топочных отверстий до горючих материалов должно быть не менее 1,25 метра. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом и в течение всего отопительного сезона, но не реже один раз в 3 месяца для отопительных печей. При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на притопочном листе. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющие и горючие жидкости. Топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этого вида топлива. Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий. Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов и перекаливать печи. При неисправности в работе печи затушить огонь в топке и принять меры по устранению неисправности. Перед началом отопительного сезона печь-камины должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Запрещено эксплуатировать неисправные печи и отопительные устройства. Согласно статистике, каждый пятый пожар в России происходит именно по этой причине. Следовательно, чтобы предотвратить такие последствия, необходимо изучать и применять правила безопасности при использовании печей и их монтаже.